Друзья, я вас приветствую. Помните, наверное, этот дом. Показывал вам еще, можно сказать, зимой, началом весны, этот плющ. Сейчас у нас уже почти лето, а он все еще висит такой некрасивый. Возникли дискуссии насчет того, стоит ли на домах делать зелень. Ну, я остаюсь при сомнении, что у нас все-таки не южный город, а довольно влажный и дождливый. Поэтому, на мой взгляд, такие плющи только разрушают и без того хрупкие фасады, которые у нас и так периодически отваливаются даже без всяких растений. Ладно, идем в квартиру. Сейчас будет подготовка основания под стяжкой. Итак, сделана у нас половинка квартиры, чуть большая ее часть. Все, собственно, сделано. Все, я думаю, понятно. То есть балочки поднаращивались. По крайним стенам смонтирован уголок, где нужно. Допустим, здесь видите промежуток, там выступают кирпичи, там кирпичам прикрепился. Также у нас слой битума в качестве звукоизоляции. В целом здесь подсыпка довольно приличный слой. Плюс внизу у нас под нами коммерческое помещение, магазин.
Там тоже сделаны потолки гипсокартоновые, тоже звукоизоляция, так что не было смысла сюда закапывать еще один слой просто звукоизоляции. Поэтому битум, стяжка, этого будет более чем достаточно. Так, по уровню смонтированных стояков отопления, ну, видно, то есть профлис здесь в один уровень. Здесь совсем низко стоячок. Здесь уже немножко выпирает, поэтому пришлось немножко сетку подрезать, чтобы не давило. Ну и вот наш самый высокий красавец, который торчит выше всех, собственно, он и стал определяющим по высоте стяжки. То есть сейчас сделано так, чтобы стяжка где-то на 1,5-2 сантиметра выше трубы проходила. Соответственно, весь уровень подгоняется именно под этот стояк. Но даже при таком раскладе получается, сейчас покажу на входе, тут до конца дизайнеры, проектировщики не дали ответа. Дело в том, что, так, покажу, то есть у нас лестничная клетка находится где-то на 4 сантиметра ниже, чем вот эта плиточка между дверями. Плитку решено было оставить для аутентичности. Вот, когда я задал вопрос, какой уровень мы выводим, так никто и не смог мне дать ответ. В итоге сказали, делай как получится. То есть бери за основу тот стояк, делай как правильно. Вот при таком раскладе у меня сейчас выходит, что стяжка где-то на 4 сантиметра ниже вот этой плитки будет. То есть уровень с парадной. Вот если бы не стояк, наверное, бы еще можно было на пару сантиметров ниже. Так, теперь здесь, видите, кракена убрал. Нашел местного дворника, осчастливил его, отдал ему весь металл. Все, здесь сейчас прибираюсь, переношу все в то помещение. Ну и дубль 2, повторяю все здесь. Все, друзья, что еще рассказать? Рассказать нечего. Работаем дальше. But I can still believe I'm right, though I can never hold your hand. Stay, enjoy the fading light of day. Try to walk away, and I can love the setting sun, and not be waiting for the day. If someone tells me what to say, what's the difference anyway? I try to find the time of day that's intimately mine. Freedom for my mind, the ending of the journey into night. So ends another day.
друзья, все, закончена полностью подготовка основания под стяжку. Собственно, все видели сами, так что если делаете самостоятельно, можете повторить. Если не можете повторить, то приглашайте нас, мы все сделаем. А, к слову, еще хочу сказать, некоторые новоиспеченные подписчики, которые смотрят не так давно канал, а только последние видео, небольшой момент есть, что думают, что я все делаю один. Ну, в том плане, что на объектах я сам работаю один. Я волк-одиночка. Но уже больше года параллельно со мной работает Константин. То есть сначала работали вместе, он научился, потом... В общем, параллельно со мной он также делает стяжки. Поэтому, когда мы встречаемся с вами на предварительном на объекте, когда я говорю, там, я делаю стяжку, мы делаем стяжку, то есть еще неизвестно, кто делает, конкретно я или Костя. То есть у нас такой график, что, ну, как бы кому какой объект попался, тот туда и выходит. То есть вот на данный объект вообще изначально думал, что будет Костя выходить, но так у нас затянулось на 2 месяца, то есть Костя был занят, соответственно, я вышел на этот объект и так далее. То есть я не скрываю, что есть еще люди, которые параллельно со мной делают другие объекты. Так, здесь у нас хорошо, удивительно, в плане опалубок, то есть их практически нет. Большой плюс то, что поменяли изначально все стыки отопления, что довольно редко встречается на объектах. Чаще оставляем опалубки. Здесь все поменено, все, соответственно, утоплены стыки, поэтому заливать ровно. Единственное, оставлены 2 опалубки, это под замену канализации, то есть опалубка раз, замена кухонного стояка. И оставлена такая большая опалубка на дальнейшую манипуляцию по большому стояку. То есть оставил побольше места, чтобы туда можно было 2 руками и ногами встать и все сделать. Также обращаю внимание тех, кто делал самостоятельные там, или мастера. Чем больше вы поставите маячков, то есть основания для маячков, чтобы их потом поставить, тем проще, быстрее и точнее получится сделать стяжку. То есть иногда ленюсь, допустим, вот эти вот зоны возле двери оставляю просто. То есть вот потом долго мучаешься, чтобы все это сточить, чтобы все было ровненько. А проемы все заполнены керамзитобетоном, ну то есть керамзит фракции 10-20. Хотя в этот раз такое ощущение, что какой-то гигантский привезли. Сантиметра по 4 бывают камушки. В общем, все заполнено керамзитом. Все. Все, друзья, следующий этап завоз ЦПС. Завтра завозим 750 мешков. Ну и следующее видео с данного объекта будет это непосредственно заливка стяжки. Тоже, в общем-то, ничего удивительного. Ну, единственное, по вибратору, может быть, сейчас у нас будет еще заливка на днях до этого объекта. И там мы попробуем с вибратором поработать. Но что-то мне подсказывает, что... Ладно, это оставим на следующее видео. Все, друзья, всем до встречи, пока.